Режиссерская, сюжетно-ролевая, театрализованная игра как ведущий вид деятельности дошкольников имеет множество разновидностей. Это тот уникальный материал, который позволяет педагогам создавать все условия для воспитания и обучения будущих школьников. Поэтому первый городской семинар для старших воспитателей детских садов решили посвятить именно игре. Игра – это самый сложный вид в дошкольном детстве. Но мы почему-то забыли про это, да? И сейчас мы хотим к этому возвратиться, потому что ребенок, проживая дошкольное детство, все-таки должен играть. Но обучающий процесс у нас предполагает школьное обучение. В работе семинара приняли участие 30 старших воспитателей из детских садов нашего города. Гостям предложили разделиться на 5 команд. Каждой группе предстояло за несколько минут разработать концепцию игровой программы для детей младшего и старшего дошкольного возраста и защитить ее перед коллегами. Особое внимание воспитатели уделили индивидуальным и возрастным особенностям воспитанников. Мы как раз будем создавать условия для того, чтобы правильно создать, нужно понять, какие параметры мы должны учитывать. Мы будем с детьми именно в практике пытаться развернуть сюжет, наблюдая за детьми и видя, где затухает сюжет игры, помогать детям обогащать их игру. Участие в семинаре дает возможность педагогам углубить теоретические и практические знания, необходимые для организации воспитательного и образовательного процесса в детском саду, а также грамотно применить полученные навыки в своей работе. Это интересно. Всегда что-то новое можно подчеркнуть. В любом садике есть какие-то свои задумки, интересные какие-то моменты, их обязательно можно использовать и в своей работе. В завершении семинара всем участникам предложили примерить на себя роль дошкольников и самим поучаствовать в развивающих играх, которые для них приготовили организаторы. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров 24.